Привет, Артур. Вот Оксана работает. Вон, смотри. Вон. Сколько чё. Сейчас покажу тебе вон, какие тут чё. Да, вот, снимаю тебя, Оксан. Всё. Выключаю. Покажи Артуру ещё улики, потому что сейчас дядя Коля приедет, мы ничего не успеем. Вот улики все. Показываю тебе. Вот, вот. Вот Димарь. Сама работает. Привет, Артур. Сейчас я дойду до Оксаны просто. Этих трутневок, смотри, покажи это. Покажи быстро. Ты видишь, Артур, очень много трутневок. Куда ты пошел? Что? Нин. Смотри, вот это вот, Артур. Давай, Оксан, показываешь? Да, ну быстрее. Покажу. Вот смотри, Артур. На, зай. О, да, я ему кое-что сниму. Я зашел к такому спокойненькому улику. Хотя их тут очень много. Сейчас, не знаю, смогу приблизить. Сейчас, подожди. Наши пчелки работают хорошо. Видишь, нападают? Сейчас я покажу, Артур. Не пойму, почему. Это, наверное, они расплодились так сильно. Их очень вот тут много было, вот тут. Это сейчас они просто поуходили. Их много, очень много. Вот, видишь? Вот, вот так. И все, все рамки залеплены. Смотри, очень много пчел. Их, наверное, придется, я не знаю, или рассаживать. Их очень много. Сейчас, Марик, еще мне дашь одну рамочку сюда. Заставная. Не могу снимать. Марик боится. Не могу снимать и вытаскивать. Видишь, вот так. Буду сейчас аккуратно их укладывать, струшивать в ящичек. Зай, иди забери. Да не переживай. Ты одевай руками. Укусили? Ну давай, одевай. Давай. Я отключу. А, аккуратно, Зай. Держи. Они прям на руку садятся. Там в банке есть.